Добрый день, с вами Олег Якубовский. Мы продолжаем прохождение игры Stalker ZOO Припяти с EG Aerosmod версия 1.7. В этом уроке, который называется «Разговор с полковником Ковальским с глазу на глаз», получим задание. С момента крушения вертолетов это уже не операция. Абсурд. Нас обложили. Связи с центром нет. И улучшения ситуации не предвидится. Эвакуации по воздуху ждать не приходится. Вертолеты опять не прилетели. А с такими потерями среди ребят скоро и эвакуировать некого будет. Контроль над ситуацией утерян. Нам до зареза нужна связь с центром. Радист считает, что сигнал глушится где-то рядом. Он как раз пытается вычислить координаты. Я отправил бойцов примерно в тот район. Но они пропали. Даже личные радиомаяшки не определяются. Одна из твоих задач, майор, установить связь с центром. В нашей ситуации, я полагаю, это становится первостепенным. И еще личная просьба. Разыщи моих бойцов. Добро. Так, мы получили с вами задание от полковника Ковальского. Перезарядим оружие и двигаемся выполнять задание. Двигаемся в сторону детского сада. Подходим к военному, обыскиваем его, забираем у него бомбу, которую нужно будет установить потом на двери. Смотрим маленький видеоролик. Передайте полковнику, я нашел одного из ваших ребят. Похоже, он подорвал себя гранатой. Признаков перестрелки и других следов боя не обнаружено. Так, нам надо с вами проникнуть в здание детского сада. Там установлена антенна. Задрали эти тушканы, ей-богу, а! Ну еще и кровосос тут. Ну иди сюда, где ты тут бегаешь? Так, двигаемся дальше. У нас тут еще и химера бегает. Ну, сейчас мы ее прибатаем. Так, химеру. Подходим к двери, устанавливаем мину, смотрим, как взрывается дверь. Надо перезарядить у нас оружие. В этом здании, в детском садике, у нас тут шляется полтергейст, которого нужно будет убить. Ах, один патрон.
Полтергейс убили. Спускаемся на низ. Заходим в это крыло детского сада. Поднимаемся наверх. И уничтожим антенну. Так, антенна у нас уничтожена. Теперь мы с вами можем спуститься на низ. Задание называется «Странный стук». Здесь у нас сидит лейтенант Роговец, медик. Как ты тут оказался? Пойдем. И ходим с ним на базу. Ого, вот это да! Неужто вернулся? Мы уж думали, все, не увидим больше нашего доктора. Так что все-таки случилось? Как и мне потом. Ладно. Спасибо за помощь. Там полковник просил тебя зайти. Хорошо, зайду. Да, еще. Гарик ушел на станцию Янов. Пополнить запасы. Просил передать, что несколько дней его не будет. Понятно. Так что, ты где был? Не поверишь. На этом наш урок закончен. С вами был Олег Якубовский. Встретимся в следующем уроке.